них минус 3. Тихо. Ай, ай! Блять, сука, как он не успел. Димасик красиво затащил, малорик. Всем привет на канале Молот, на связи Подпивкович. И сегодня у нас несколько удачных и не совсем удачных раундов против топовой в кавычках команды по Инсурге. Это видео вышло при поддержке Денчика, Александра, Антохи Гана и Кобры Кай. Ребята, спасибо вам большое за поддержку и помощь в развитии канала. Ну а теперь поехали. Меня убили дома. Кинули дым. И захватывают они. Меня в спину убили, блядь. Ты. Смотри, справа, вот туда, да. От машины. Хорошо. На днях в рейтинге мы встретились вот с этой великолепной пятеркой, аж несколько каток подряд. Ну и даже когда мы были очень близки к победе, случалась какая-нибудь хрень, когда один хуеплет начинал тащить как боженька, и в итоге мы проигрывали. Ну и соответственно, после того, как я посмотрел профиль этого хуеплета, то оказалось, что у него имеется как вакбан, так и игровая блокировка. Что думаете по этому поводу, братва? Бывают ли бывшие читеры, или это клеймо на всю жизнь? Бля, уже меня там встречали. Мешки! Сейчас гранату кину туда, мешки. Я, по-моему, может, его забрал, не знаю. We lost B! Блять, ты в меня кинул. Перекинул. Еще надо мной около мешков. Мне гранату дали, все-таки там в мешках. Минус рампы центральные. Минус два рампы центральные. Альф чистый. Минус один, за тобой шел Диман. Оставай. Минус Браво. Один остался. Под Браво у меня. Передернул оружие. Сверху? Не знаю, наверное сверху. Да, сверху. Лично мое мнение, что бывших читеров не бывает. Но даже если и бывает, этот позор уже не смыть. Когда я вижу в стиме игрока с блокировками, я никогда не поверю, что он способен играть честно. И никогда бы не взял такого игрока в команду. Но команда, против которой мы играли в этот вечер, была, похоже, несколько иного мнения. В зеленом чисто. Минусы были? Одного убил. Они бой берут. Я вам напомню. Damn it, ты
зеленом есть. Есть. На дороге есть. Минус дорога. Дорога. У нас. И в белом здании есть кто-то скочит. Да, над, прям надо мной в белом. Минус. Захожу на большой гараж. Чарли минус. Наверху есть на балконе, но рядом. Я наверху на балконе. А, значит под тобой. Вот он. Да, подо мной. Hey, we are on Bravo. Taking Bravo. Кажется, белым шаги. Вначале зашел в этом в гараже верхний гараж. Мы на нем и поберемся. Ну все ты. Просто они рядом. У них сколько минусов? Ласт? 4, я думаю, ласт. Один, отскочите туда, блядь. Бежит, вдвоем. Бежит, белый дом. Белый зашел. Или это свой? Это свой. Это Виталий, по-моему. Как вы видите, даже если все складывается против вас, это еще не значит, что нужно сразу сдаваться. Может, вы в итоге и проиграете, но показать красивую игру и дать по зубам таким вот топовым в кавычках командам вы должны попытаться. Действуйте слаженно и непредсказуемо, меняйте тактику от раунда к раунду и всегда помните: у кого правда, тот и сильней. Попробую к ним в спину забежать. Минус 1Б. Мешки. Держу на мешке. Прокинул мешки. Минус 2Б, Б выполнение. Побил на мешках. Я что, значит? Есть еще кто-то там, гранату мне кинул. Центр, 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 самый центр. На дороге. Идет на Чарли. А эй, кто такой? Кто? Никто уже, все. Я же сказал, что это дороги. Потонул, браво. Откуда зашел? С центра? С дороги. Забрал. Ласт на Чарли где-то? Или на... Все, ништяк. А что, он сам умерший? Ну что ж, у нас так и не получилось затащить ни одной катки у этих ребят, но сражались мы все как львы. Так что никогда не опускайте руки, ведь не тот силен, кто никогда не падал, а тот силен, кто падал, но всегда поднимался. У меня все, ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Играйте в хорошие игры, всем добра! Минус белый. И в зеленом меня поняли. Минус 2 белый. В зеленом где? Я убил пидора, который был в белом. В зеленом также. Лёх, забирай. Белый дом третий. Ты последний. В белом, Лёх, доме фридер. Последний. Кидай на Б. Троих забрали. Троих. Почти один на один остался. Да. Беги на Чарли. Он, смотри, он ничего не берет пока. Ладно, не спеши. Ладно, да. Бля, ну поближе под Б подбеги, бля. Пока время. Вы рисковать подача. Время еще много. Идет под Б. Все, зашел. Не попадает. Хуя себе, блядь. Вот откуда инфам. Блять, он прям под ногу зашел. Он на Б зашел. Он на Б зашел. Он берет, да. Ты чуть время. Не успеешь сейчас. Лех, уже раш, Лех, уже там, нехуй там, делать. Там, да. Слева. Damn it, the bravo! Отлично. А, их двое, в смысле? Вот этого не знал никто, блять.